Уже 11 сентября курян ждет премьера спектакля «Школа жен» по пьесе Мольера. Это постановка режиссера из Севастополя Юрия Маковского. Сейчас в театре работают над созданием костюмов и декораций, репетируют. Но и это еще не все. В ноябре, в конце ноября Юрий Валерьевич выпускает свою постановку. Это «В ночь лунного затмения». Это по пьесе башкирского автора Мустай Карима. Также у нас на Новый год будет представлена сказка для маленьких наших зрителей. Это «Все мыши любят сыр». Спектакль ставит заслуженный артист России Александр Швачунов. На встрече также сообщили, что в труппе драмтеатра пополнение. Это актер из Воронежской академии искусств Дмитрий Сопов.